следующее серьезное препятствие. Где болото? Где сложные места? Ай! Что? Право. Поедь нормально. Попробуй сейчас справа выйти. Ты меня отвлекаешь. Что, куда ехать? Скажи. Прямо вот я стою, будешь на каким ехать? Колесом? Попробуй вылезти вправо. Вот, ты недовольный? Ему дорогу нашли. Нет. Уже все, уже ну только. Все, уже пипец приехал. Влево, руль, хотя влево. Назад ты сейчас можешь это выехать. Давай назад. Не выйдет, он уже на мосту сидит. Нет, все уже. Нет, давайте назад меня вытягивайте. Да нет. Я проеду, только я как туда. Меня вызывают. Леня, назад это платно. А? Назад это платно ну, будет. Дайте меня. Ты назад хочешь? Да, назад. Меня сбросило сюда в эту яму, я не хотел сюда ехать. Леня, расскажи, как так получилось? Это отвратительно, не надо меня вот отвлекать. Специально отвлекайте, я не заеду. Правда. Так. Леня, смотри, тут покорно. Давай, да, вообще. Где? Сейчас вот Руслан покажет, да. А ну влево пойди чуть-чуть. Руслан, да ты просто... Это просто святой. Святой, да. Святой Руслан. Уйди, мальчик. Что у вас, сынок, говорит? Да тут вообще нехрен ехать. Только задом. А тут он можно уточки пройти могут спокойно. Да. Есть у тебя какой-то молоточек успокоить его по правому фонарю? Зуб проверить. Сволочи, вы пользуетесь моей беспомощностью. Пользуемся беспомощностью. Вот когда я не застрял, так таких разговоров никто не вял. Пока я ехал. Да никто не видел, как ты ехал. Ты уезжаешь, пока все в предыдущие лужи. Там, походу, нет объездки, Леня. Да, конечно, или на лебедке. Давай, давай. Это тебе не обман. Леня, может вперед? Вырвали. Вот это заставочка. Тихо, тихо, дети смотрят. Давай. Так, Леня пытается. Леня, там ты не туда едешь, Леня. Женя, отойдите, куда вы? Правее, Руд, не-не-не. Леня, разворачивайся домой. Еще назад, Лень. Назад еще. Да. Еще полметра назад и влево, Руль. Так а куда вы его направить хотите? Вот, вот так вот, да. Ромняй. Смотри, машину не поцарапай. Машину не поцарапай. Так, Леня пытается исправить свои ошибки первого заезда. Ничего не удалось. Я как памятник, по-моему. Из того фильма? Мужик в пиджаке? Он сидит, он уже памятник, да? Да, кто же его посадит? Я просто, да, что-то дальше. Может, лучше вперед? Где? Валера у меня сидит, он не выходил сегодня с машины. Блин, Валера икает целый день, блин, вообще. Уже, наверное, рвота началась у Валеры. Леня, в чем проблема? Ты просто как-то нерешительно ехал, я не могу понять. Тебя, видно, зрители пугали. Что-то подергал, да? Да, подергался, заработало. И штурман быстрый какой. Так у него же варн вертикалка. Ёль, подожди! Так она там за УАЗ зацепит. По УАЗик надо потом. Ай! Все рассчитано до миллиметража. Кто-то едет. Так, у Лени лебедка. Хорошо идет. Мощная.
идет, кстати. Да он чуть подсел, а дальше сам едет он. В квадрике коллегу встретили своего, самурай. Так, ну 70-ка теперь по следам, где самурай ехал. Это жесть. Чуть не проехал. Это... Слышите, мне тут в ТикТоке писали, когда тут Вранглер пролетал, поняли? Да тут легковая может проехать, это вот это место для ТикТокера вот здесь. Мы даже тут не пробуем сегодня, тут просто жесть. Ну а тут типа легче, но не легче. Вот тут хорошее место, пацаны, вот. Если надо поглубже, вот здесь лучше. В аквалангах сразу, да. А вот еще. Какие-то костюмы, как у рыбаков у вас, да? Акваланги. Так, надо, мне кажется, надо куда-то отойти в сторону. Засними этих инопланетянина. Да нет, а то снимать. Такие кадры бывают очень редко. Для обычного. Так, друзья, тут подъехали инопланетяне. С другой планеты. С той стороны гуляют. Маску не открывает, вот здесь, да? Не было видно. Да, да, глянь, вообще. Я же говорю, у него кислородный баллон, блин. Тихо, тихо, дети смотрят. Так. Так что, мы что-то плохое говорим? А, все, отлично. Понял, поверху. Поверху едет. Это там, где Приора проедет. Почти проехал, красавчик. Не, после Лени это невозможно. Нет, еще. Сейчас идет, идет, идет. Очень сложно там. Тут тоже люди не просто лебедятся. За УАЗ зацепился. Просто жестко. Не, ну если Руслан здесь уже на мостах присел, то что-то 37-й будет висеть. Да не, ну тут нереалово вообще. Крис заезжал как в стену просто, я помню, именно в этом месте. Тебе можно пробовать вот так под краем, понял? Еще правее, вот где он правее, видишь, там лежит. Да едь, попей воды и едь. Ой, это жесткий парень. Давай, газой, коксу! Блокировка не хватает. Да, подготовили. Это они нам трассу готовили сегодня, наверное, или вчера. Да, вот тут Вранглер шел, кто говорил, там для Жигулей, для москвичей. Красавчик, смотри. Вообще просто, просто поверху прошел. Да, вес решает. Так он даже не провалился.
Да, он же легенький. Даже не провалился, да. Такая тут болотная красота, просто нереальная. Чероки вдохновлены проходом у ТВшки. Сейчас попробует Саня тоже. Опасный. Опасно, да. Так, 70-ка по-прежнему лебедится. Чирокес. Как квадрик пролетел. Красавчик. Так, тут подготовили человека на патруле. 4,2. Атмосферный дизель. Атмосферный дизель. Патрул. Очень серьезный. Я думаю, сейчас он покажет, как надо. Настраивается. Настраивается, да? Молитву прочитал. Прочитал, думаешь? На механике, кстати, да. Он. Блин, надо было ниже передачу. Ну, почти проехал, сейчас чуть подтянется, да и все. Ну, да. А если б... не ту передачу, да. Тут бы вторая пониженная была в идеале. Ну, он что-то... Он на вторую прямой поехал. А, не, ну, конечно, куда. Не, ну, подтянется, ерунда, тут почти проехал. Выходи оттуда, это стальной трос. Кстати. Почти. Так, штурман мечты продолжает. А вот, вот это нормально? Ну это ненормально, ну а что делать? Надо ехать вот так. Одним колесом ездишь здесь, а вторым вот так. Или же вот здесь. Блин, хорошее место, я вам скажу. Офигительное, да? Офигенное место. Я в прошлый раз туда ломанулся, там вообще какой-то такой залипон. Я там так залип, что мама дорога. А мы поди, Юль, посмотри там теперь. Вода холодная, ужасно. Аккуратно, Русь, а то сейчас этот простатит себе застудишь. Да не, я ж так глубоко не захожу. А ты уже пошел. Ёханый бабай. Если не проедет, ё-моё! Говорили, говорили вправо, блин, он прямо, блин. Ну, непредсказуем, конечно. Непредсказуем вообще. Квадроцикл проехал. А здесь я помню, как Мазай, когда купил своего унемога, оттормаживался так, что передние, ну, задние колеса подрывались. Здесь, на поляне? Съели, да? Ну, продолжение ж было потом в Прилуках уже. Прилуках. Оттормаживание, да. Тогда уже были другие колеса. Чирокес. Блин, вот это внедорожник реальный. Это, блин. Шесть. Даже испугаться не успел. Красавчик просто. Сложное место. Да. Самурай пролетел, Чироки пролетел. Все. Патрол, да, не справился. Да, вот он и патрул. Ну, в горах хорошо, он тяжелый, широкий, устойчивый, надежный, крепкий. Там болота нету, проваливаться сильно некуда. Но здесь все по-другому. Дерево там крепко. Она не крутит. Не-не, ну она потихоньку по миллиметру намотает, конечно. Ну, очень... Давай назад. Подожди, стой. Назад можешь его отъехать? Просто вот толкнем назад. О, да. Все, все, все. Подожди. Слышь, может его туда вообще уехать в сторону? А теперь боксу и поехал. И руль в сторону какую-то, чтобы чуть-чуть мимо колеи этой. Все, все, подтянется сейчас. Ему же брать левее, чтобы он... Левее или правее, блин. Чуть-чуть туда. Стой, 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 малую убирай.
пытайся чуть-чуть колеса либо туда, либо сюда, понял? Пробуй по краю, да. Типа как вот. Да, кокс, О! Что у него коксу нет? Закончился. Да, с коксом проблемы. Кокса нет. Еще, еще туда. Сколько можно? Да, пробуй так, да. Не может ускориться он. А уже все. Повис. Так, идем к УАЗу. Тут, в принципе, есть рядом. Ну, тут жесткая траектория, но я думаю, что смогу я проехать. Ну, надеюсь, по крайней мере. Ну, что-то погнули, значит. У тебя был сильный ровный. Справа водка и... Ну, значит, что-то не то. Колесо вот такое у нас. Не критично. Сейчас я тут, наверное, на нем проеду. Чтоб наверняка проехать. Потом качнем. Давай, Жень, расскажи, что ты хочешь. Крючок, да. Мега-разгон в разрез колеи. Охуеть. Да. Ой, это ж нельзя. Запикает. Ну не знаю, не знаю. У Руслана штурман какой-то не тот. Руслан, штурман нормальный, подсказывает, все хорошо? Да, да, штурман четкий у меня сегодня. Да. Во-первых, неразговорчивый, лишнего не болтает. А, это самое главное, да, когда мало говорят, то это хорошо, не мешает. В этом, наверное, и плюс. Я думаю, что ты везде едешь сегодня. Так, ну что-то тут не пошло. Все-таки штурман что-то... Валер, что-то ты не сильно помог Руслану. Сейчас на Тойоте покажем. Там Женя сказал, как он будет жестко рубить. Нет, так нужно, чтобы патрол вытащили. А, да? Ты хотел так? На нашей траектории. Я думал, ты хотел левее. Давай. Так. Лёня меня тащит без проблем своей лебедкой. У вас едет сам, как обычно. Тормоза держи, держи сильней. Уперлась. Вот так вот, вот это, блин, вот это реальный внедорожник, это круто, хорош, давай. Это шок. Стоп, стоп, хорош, давай. Стоп, стоп, стоп. Не съедет, он не заедет тогда. Все. Надо было цеплять. Ну, было красиво. Да. Да ничего, он полегче его вытащит, легче. Да, он едет. Не, все, 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 стой. Ну да. Назад, возьмет, чтобы сюда. Так, тут что-то происходит. Какая-то жесть, да, короче. Слепой опять в центре внимания. А, через блок. Ну и в сторону как раз правильно. Сейчас его чуть стащит. За крышу. А, да, за багажник. Бампер за багажник. Конечно, так каждый может. Руль туда! Туда руль!
не надо, не надо, не рви, не рви. Я просто на лебедке. Просто на лебедке тащись и все. Все-таки блок какая сила, да? Ну, в два раза, конечно. Через блок два раза усилия выше. Все получилось. Жека, тебе надо блок покупать. Сегодня. Вот столько вытягиваешь, и тебя это... И узел потом пойдет. А он там и так пролезет узел. Да. Да. Пускай попробуй. Пролез, смотри. Пролез узел, да? Да, да. Руками не могли протащить. На блоке узел. Ой, на блоке, на трассу узел. Пролез через блок. Так, накачали колесо, Леня через блок. Да, такая жесть вообще. Присел плотно-плотно. Так, двумя лебедками. Зад тоже зацепился, не поехал. Мостами сидела. Очень глубоко там. Бородач нарушил Лене психику. Кричит все время теперь. Недоволен все время чем-то. То ли не так наматывают, то не там протаптывают. Может, побреем давай его, свяжем скотчем. Есть скотч? Да сейчас, надо у Криса будет этот ошейник с электрошокером. Да, да, и успокаивать его, да? Лиана. Ну так вот двери выглядят после этой жести. Ну тебе нравится оффроуд? Да? Будешь джипером? Лиана. Да? Ну хорошо. Валеру ветерком продувает. Не жарко, ему хорошо. Молодец, штурманит сегодня. Ни слова лишнего не сказал.